Что такое женское счастье, по-твоему? Женское счастье – это когда милый рядом. Быть любимой, да. Женское счастье – это быть любимой. Это чтобы понимали, чтобы заботились. Ну, в принципе, думаю, пока достаточно. Что такое женское счастье? Мужская точка зрения. Чтобы не было, вот был спокой и радость в доме. Вот и все женское счастье. Счастье женщины в семье. Вот. Женщина, как говорят, женщина создана всем для другого. Ее счастье, она должна раскрыться как личность в семье. Вот. Образованная, свободная женщина будет всегда счастлива. Вот. И женщина еще должна быть за мужчину. Что такое женское счастье? Хороший мужчина. Ну, а как без мужчины женское счастье? Да. Женское счастье, когда муж приходит с детьми домой и любит жену. Это женское счастье. Чтобы их любили, чтобы женщины ценили, были внимательными к ним, уважали девушек. Что такое женское счастье? Когда их любят. Я думаю, так. Женское счастье только в этом и заключается. А рядом, когда все время женщина, любишь ее. Надо понимать женщину, наверное, чтобы она была счастлива. Обеспечивать по мере возможностей. Любить, конечно. И, наверное, любовь совместная. Вот и все. Женское счастье – это когда быть хорошо в ладах с мужем. Ага. Да. А что должен сделать мужчина, чтобы его женщина была счастливой? Быть внимательным, быть хорошим. Что должен сделать мужчина, чтобы его женщина была счастливой? Любить ее, я думаю. Ценить, уважать, да. Женское счастье, ну, наверное, когда хороший мужчина рядом. И имеет достаток хороший, умный, добрый и так далее, в общем. А что должен сделать мужчина, чтобы сделать женщину счастливой? Ну, смотря в чем она несчастна. Если она несчастна в чем-то, значит, он должен по этим параметрам сделать ее счастливой. Если она счастлива, он должен сделать ее еще счастливее.